Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые пользователи нашего сайта, нашей продукции, наших программных средств, наших методик и информации. Мы сейчас с вами находимся на странице нашего сайта под названием «Документы» под циферкой 1. Это одна из основных и главных наших страниц. И задают мне вопросы, ну, по крайней мере, последнее время что-то так вот странно, почему-то раза 2-3, вот буквально за последние несколько дней на предыдущей неделе мне такие вопросы задавали. Не могут люди найти наши прейскуранты цен. Они на главной странице находятся, и вот здесь вот не в самом верху, а вот здесь вот посерединке есть такой заголовок «Прейскуранты цен». Обратите внимание, они дифференцированы для физических лиц и для юридических лиц. Соответственно, если вы выступаете как физическое лицо, специалист, психолог, решили купить себе какую-то методику, допустим, там MMPI, вы скачиваете, соответственно, прейскурант цен для физических лиц. Если вы юридическое лицо, у нас существуют договора на приобретение продукции, будь то программных средств, будь то методических каких-то средств и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот здесь такая вот маленькая дифференциация. Более ничего сложного не происходит. Нажмем на ссылочку для физических лиц. Нас это все быстро и легко переадресует на таблице Excel. Ну, вот здесь вот можно видеть этот прейскурант от 2019 года свежайший. Здесь проставлены цены, написаны методики. И, соответственно, вот здесь вот вверху есть такая стрелочка «Скачать». Если вы на нее нажмете, то, соответственно, этот файлик экселевский окажется у вас на компьютере, в любом удобном для вас месте, там на рабочем столе, куда-то еще вы их сохраняете. Ну, одним словом, все, как говорится, в шаговой доступности. Страница номер один «Документы» и здесь, собственно, прейскуранты. Благодарю вас за внимание и удачи вам!